приведу всех в порядок. Кто-нибудь помнит, какое сегодня число? Да, это шестое. Шестое? Чего? Ага. Какой месяц? Январь? Нет, у нас сегодня июнь. Нет, был июнь. Был июнь? Да. А сейчас что? Июнь. И остается, июнь, да? Июнь, июль, август. Да, у тебя в августе 7 лет. Ой, 8. Да. Понятно. Опять август. Ну так какое число сегодня? Шестое. Есть другие мнения? Нет. По-моему, пятая. Пятая, да, точно. Пятая как-то... Мы идем в кинотеатр. Не закрывай своей ракеткой себя. Убирай ее. У кого сегодня первая тренировка была? У меня. Ясно. Как тебя звать? Артем. У тебя фамилия есть? Сорокин. Ничего себе, у него фамилия есть. Сорокин Артем. А у кого еще есть фамилия? Гоголюк. Гоголюк. Антон, да? Дубенцов. Дубенцов. Как тебя звать-то, Дубенцов? Как Дубина. Как Дубенцов? Роман Дубенцов. У Романа Дубенцова уже тренировок хватает. У Антона тоже. Антон с папой хорошо поработал, и он стал слева, справа аккуратно кидать. Полгода научился. Артем первый раз в жизни схватил ракетку и сразу в бой. Столько уже научился. А в теннис? Да. Большой? Так ты у нас тайным образом обучался, получается, да? Чтобы пойти. Можно сказать, ты маленький теннис играл? Маленький? Ясно. А я сначала в маленький, потом я к вам записался. А кто в маленький умеет играть? Я большой, потом я не умею, но я пробовал. Знаете что, я сначала в большом теннисе был, потом к вам переписался в большой теннис. А то же самое, с большого в большой, да? Все, давайте лучше, чем у Натальи. Все, вот как. Тут веселее, да? Да. Так, ребята. Получше. Хорошо. Покажите Викторию. Умеете Викторию показывать? И что такое Виктория? Виктория победитель. Да, правильно. Как букву В показывают пальцами? Одной руки. Вот так. Показываю все Викторию, я вас сфотографирую. Внимание, улыбаемся. Еще разочек. Хорошо, а сейчас я еще с вами сяду. Можно с вами сесть? Ага, конечно, садитесь.